человека, когда однажды поход идти, у него должно быть любое настроение, хоть грустно, хоть весело, когда будет жарко, когда будет холодно, когда будет прохладно. Надо одежду брать. Специальный защитный костюм, брызгалку от насекомых. Надо ехать на машине, и нужно детское кресло и ремешок, и взять побольше еды. Надо взять шампура и шашлыки, чтобы было очень вкусно. Можно фотоаппарат взять и камеру. И можно там что угодно фотографировать, и все. Поход на добрый компас, чтобы не заблудиться. Если не возьмешь, то забудешься. Поход надо брать гитару, что можно играть, что никто не заскучал. Турист должен брать с собой в поход хворост и еду, спальные мешки. Потом спальные мешки были. Ну, еще нужно спички. И, ну, можно взять топор на крайний случай.